И к новостям дня. Сегодня в Челябинске зажгли новогодние огни. На главной пешеходной улице засверкали гирлянды. Эти кадры эксклюзивные. Наш телеканал единственный, кому удалось снять, как включают праздничную иллюминацию. Она появляется в центре города второй год подряд. Из нее получается своеобразный коридор от улицы Карла Маркса до Труда. Какая протяженность подсветки и сколько месяцев Кировка будет гореть огнями? Смотрите без комментариев.